Ангелина Волк назвала счастьем отсутствие детей. Известная российская телеведущая Ангелина Волк раскрыла правду о своей жизни, а также рассказала об отношениях с Аллой Пугачевой. Кроме того, телезвезда рассказала, как относится к тому, что так и не стала мамой. Когда-то она действительно переживала по этому поводу, и ей было больно всякий раз, когда об этом заходила речь. Тем не менее, с годами ведущая поняла, что у нее много других поводов радоваться жизни. В итоге она не сожалеет о несостоявшемся материнстве. В эфире телеканала НТВ Волк призналась, что порой ее даже посещают радостные мысли из-за отсутствия детей. «Иногда я думаю, боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей», отметила 79-летняя Ангелина Михайловна в разговоре с коллегой Лерой Кудрявцевой